Жителям самарских многоквартирных домов с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года. Корректировка затрагивает те жилые дома, в которых за отопление платят равномерно, равными долями в течение всего календарного года. Годовую корректировку размера платы за отопление получит 881 многоквартирный дом. Три четверти из них с минусовой корректировкой, остальные с плюсовой с дополнительным доначислением, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. По карте жителя Самарской области можно будет приобрести лекарства в аптеках. Об этом в ходе эфира из Центра управления регионом рассказал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. По его словам, чтобы получить препараты, не нужно будет предъявлять никаких документов, кроме карты. Фармацевт проверит наличие электронного рецепта и выдаст лекарства, сообщает телеграм-канал администрации Красноглинского района. С начала марта по всей стране стартовала Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников. Она проходит на образовательной платформе «Учи.ру», сообщает телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Олимпиада для школьников с 1 по 9 класс даст ответы на самые важные финансовые вопросы. Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина, Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 году в Олимпиаде участвовали более 800 тысяч школьников, а в 2022 более 1 600 000. Впервые в Олимпиаду включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей, открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь. Участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно. Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.